Так, ну поехали, друзья. В эфире радио Сенсей, и сегодня потрындим о том о сём. Специальной темы так и не нашли. Вопросы я получил какие-то тоже уже по ходу. Короче, пусть будет такой фристайлинг, такой типа разгон, стендап. Поэтому не судите строго, да? Что есть, то есть. А, смотрите, вопросы какие. Про современность. Кот Сергеевич мне пишет. Давай что-нибудь про современность. Я... к современности отношусь. Я буду рассказывать про свое отношение, да, не то, что там про современность из книжек или как этому об этом пишут умные люди, философы и так далее. Я к современности отношусь следующим образом. Никак. Ну, как-то вот я не знаю, что это такое современность. С моей точки зрения, что в прошлом, что в настоящем, что в будущем, в принципе, ну, как бы особо ничего не меняется. То есть, когда говорят современность, то как бы в этом есть такое... Знаете, что-то типа, вот у нас лучше, чем когда-то в прошлом. Типа, мы современные люди. Не то, что мы продвинутые. Вот, на самом деле, я так не считаю. Я считаю, что люди, по сути, вообще никак не меняются. В пропорциях примерно так же все остается. Такие же сказки, такие же иллюзии, такие же переживания, трагедии, такие же интересы, те же самые боли, те же самые проблемы, ну и все такое прочее. То есть, ну вот что реально поменялось? Ну, может быть, какие-то формы меняются, не знаю. Вместо коня стали использовать, не знаю, велосипед или там автомобиль, да? Самолетики полетели. Но в целом и стало больше вот именно вот обмена информацией, ну а стало ли от этого лучше или хуже, друзья, я не знаю. Просто обмен информацией, да, реально увеличился. Появилось больше возможностей для обмена. Все, вот и вся современность. Собственно, чувствовал ли себя ущербным человек, который жил раньше, не в современности раньше, я не знаю. Вот. Мне кажется, он также испытывал в большинстве своем какие-то свои переживания, состояния, любовь, разлука, тревоги, страхи, там происходили какие-то события внешние, которые его затягивали, или внутренние, которые он сам создавал своим умом. То же самое происходит и сейчас. Вот про современность мой кратенький спич, он такой. То есть, как бы, если уточнишь вопрос, Кот Сергеевич, что ты имеешь в виду под современностью, то я как бы конкретно тебе тогда и отвечу. А так, современность, ну, есть такое слово, которое означает, что якобы мы более продвинутые, чем те, которые были в прошлом. Окей? Ну, а с точки вообще просветления, да, нет уже никакого ни прошлого, ни будущего, и поэтому современность, она вообще теряет это всякий смысл. Ну, то есть, что такое современность? Это как бы вот этот момент. Даже не с чем сравнить. Понимаете? Поэтому просто слово такое. Масло масляное. Дальше. Кот Сергеевич просит что-то про тёлочек и патриархат в 21 веке. Ну, смайлик улыбающийся. Не знаю, о чем это. Ну, про тёлочек, видимо, это про каких-то девушек молодых. С целью с ними познакомиться, с целью переспать, да, то есть, ну, именно поиск такого секаса, да, такой, как бы, вот и все, да. Что я тут думаю? Мое мнение, ну, занимайтесь, пока у вас есть к этому интерес, пока, ну, ваши годы молодые, как говорится, ну, вам это интересно, у вас эти гормоны бурлят, это такая прям реально цель жизни, просто по себе помню, что это, ну, затмевает мозг точно. То есть, ну, как наркотик реально. Это зависимость очень жесткая прям. То есть, сексоголик. Человек становится сексоголиком, его преследуют эти мысли, что ему недостаточно, не хватает, некачественно. А вот еще надо одну, а вот надо еще две, а вот надо еще три. А еще надо вот так, вот так, вот так. И бесконечная гонка за какими-то вот этими приключениями. И что там вот хреново это самое, да? Что это больше даже ментальный поиск. Что сексоголик, он даже не успевает насладиться теми чувствами, теми ощущениями, которые он ловит в моменте с какой-то конкретной, не знаю, тёлочкой пускай, да? А он тут же ее сравнивает с предыдущими, тут же он пытается найти в будущем, нафантазировать какую-то другую тёлочку, которая может быть лучше этой. Короче, всегда его мозг, его ум находится в состоянии неудовлетворенности. I can get no satisfaction. Вот, собственно, про тёлочек. То есть само это слово тёлочки я не употребляю никогда. Ну, как мне кажется. Вот, да и раньше тоже, собственно, не употреблял тёлочки. Какое-то в этом есть такое, знаете, насмешливое что-то такое.
высокомерная, типа телочки, да? Если уж вы называете молодых девушек телочками, то, соответственно, вы должны и про себя примерно в таком же ключе говорить, что вы, типа, там, я не знаю, телок, теленок, сосущий молоко из сосов, ну и так далее. Так, про телочек разобрались, да? По сути, это просто зависимость, я так считаю. Телочки, а что дальше? А что дальше? И потом мы видим в людях женского пола только вот эту сторону. И то она более фантазийная такая получается. Из порнофильмов, из каких-то фильмов, из рассказов знакомых-знакомых, какие, ну, там, наши друзья-мужики с нашего двора, какие они ловеласы. Вот из этих всех мемов состоит вот этот наш фантазийный мир об этих телочках. У кого их больше было и так далее, кто более опытный. А по факту мы просто имеем дело, ну, с такой же иллюзией, как и все остальное. Кто-то коллекционирует эти впечатления, кто-то коллекционирует еще какие-то настроения. А по сути все это что? Гордыня. Гордыня и неуемная тяга вот этого поглощения всего больше, больше и лучше. Больше, собственно, ничего такого нет за телочками, за этими. Потому что там человек со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть там человек, там широта личности, опять же, и тараканы, и все-все сопутствующее, а еще куча разных там родственников, друзей, связей, бывших, настоящих, измены, разлуки, ревности, жилплощадь, школы, работы, начальник дурной, еще чего-то такое, соседи. И вот во все в это вовлекаешься, просто потому, что тебе хотелось секса. Тебе хотелось секса, в результате ты получаешь, я уже не говорю про венерические заболевания. Да? То есть, может быть, эта телочка тоже так же в таком же поиске активном, как и ты в поиске телочек, она ищет каких-то там телят. Тоже, ну, с какой-то ебанутой целью о том, что, типа, вот это круто. Вот этого ей, типа, не хватает, и в этом ее, так, ну, реализация происходит. Окей. Как я жестко осудил, да, все это. Про патриархат, друзья. Ну, что можно сказать? Патриархат в 21 веке. Патриархат написано в кавычках. Как известно, патриархат это, ну, грубо говоря, скажем упрощенно, это что там, власть мужчин, да? Вот, есть гипотеза, что раньше был матриархат, что раньше правили женщины. Вот, я к этому, мое личное отношение к этому, вот ко всему вот этому, это просто тоже слова, как и телочки, как и современность, также патриархат, матриархат и так далее. Да, по сути, общество так устроено, что ну, у мужчин больше прав. Больше прав, они как бы больше получают по статистике, вроде бы так. Но все, опять же, это не потому, что они типа там лучше или круче, а просто из-за этой вот, может быть, даже какой-то примитивности, брутальности и наглости. Именно маскулинности, да, и постоянно выпендрежи, и постоянно они готовы лезть на всякую, ну, хуйню, лишь бы доказать, что они самые крутые ребята. Вот поэтому рекомендую вам посмотреть серию. Серию из мультфильма Gravity Falls. Серия называется «Мужикотавр». Вот. Там главный герой, мальчик, попадает в премию мужикотавров, которые очень супер-супер мужественные, супер брутальные. Вот, и они обучают его, как стать мужиком. Вот, и он там проходит этот курс и становится мужиком. Окей. И поэтому этот патриархат, ну, мне кажется, к патриархату пришел конец. Я это в заголовке, по-моему, обозначил сегодняшнего радио сенсей. Патриархату приходит конец однозначно. Это можно видеть даже, да не даже, в первую очередь мы смотрим кинематограф. Голливуд, ну, западный, конечно, кинематограф, популярные фильмы. И там мы видим, как на главные места, где раньше были только мужчины, стали чаще появляться женщины. Женщины-начальницы, женщины-руководительницы, женщины-организаторы, женщины-воины, женщины-бойцы и так далее, и так далее. То есть все это, конечно же, ну, с одной стороны, это как бы отражение реальности, а с другой стороны, конечно же, кинематограф, друзья, это же не просто так он задуман, придуман. Туда вкладываются определенные смыслы для того, чтобы каким-то образом, да-да-да, управлять обществом, Махно, Вертон и все такое прочее. Но я не вижу в этом ничего плохого. То есть тут как бы отчасти правы те сторонники заговора, которые считают, что там в
кино какие-то смыслы, окно Овертона, размываются ценности. Ну, ребят, посмотрите, какие там ценности размываются. Ну, какие могут быть ценности, если лет 20-30 назад, не знаю, женщина там, я не знаю, черных людей не пускали в ресторан, да, там, ну, или в общественное заведение. Что это за такие традиционные ценности? Там рабовладение, там, женщин тоже там, я не знаю, люстующие не имели никаких прав. И многое-многое другое. Я уже не говорю про сексуальное меньшинство. Это что, типа, ну, это как бы круто, это классно, это хорошо. То есть, эти консервативные ценности, традиционные, ну, я не знаю, я не считаю, что это очень круто, классно. И вообще я не придерживаюсь никаких, собственно, ценностей. Мне кажется, ну, это вот мой путь, мое такое мировоззрение. Потому как, вот у меня есть главная ценность, да. Моя главная ценность – это быть свободным от любых ценностей. Скажем так, да, то есть моя концепция – это… Концепция свободы, быть свободным от любых других концепций. Поэтому как есть, так есть. То есть вот если раньше был матриархат, потом патриархат, значит, так оно должно было случиться. Если Советский Союз развалился, то это значит, ну, он развалился просто. Вот и все, пришло время, он развалился. Если, допустим, США это является гегемоном, и, так сказать, ну, вот реально, так сказать, жандармом мировым, да, ну, так оно и есть. А что, вы можете предложить что-то другое, что-то лучше? Ну вот, предлагает Путин. Кому-то нравится. Мне лично нет. Понимаете? То есть тут же не идет речь о том, что как, ну, об идеальном мире. Да? Тут речь идет о том, кто какие ценности разделяет. Мне больше нравятся ценности свободного мира. Или пускай, да, там есть какое-то манипулирование, доминирование, но такое завуалированное, мягкое, soft power, да? Когда тебе не просто хватают тебе наручники, бьют в морду кирзовым сапогом и тащат тебя куда-то, а потом ты просто пропадаешь без вести. А все-таки как-то мне нравятся более мягкие способы общения и взаимодействия между людьми. И когда есть хотя бы какие-то правила игры, порядок и так далее. Окей? А то, что было раньше, ну, значит, оно было да всплыло. Если бы это было истинным, если бы это было сильным, то, наверное, бы СССР не развалился, то, наверное, бы и консервативные ценности, они как бы до сих пор существовали. И ничего с этим поделать не можете. Ну, это опять же вот это человеческое заблуждение по поводу того, что типа якобы мы можем что-то там вот в течение этой жизни, в прогрессе, в этом, я не знаю, там, в цивилизационном ходе, в этих вот культурологических сдвигах, когда, не знаю, появляется какая-нибудь цивилизация, расцветает, зарождается, расцветает, а потом она утухает, и все, Римской империи уже нет, и так далее, так далее. Что мы как бы можем на это повлиять. Это такая, ну, наивная идея. Давайте остановим, типа, вот это движение. Давайте. В первую очередь, тогда выкидывайте мобильные телефоны, вырубайте себе интернет, возвращайтесь в пещеру, надевайте там, научитесь плести лапти. Вот и все, как-то так. Да, и не забудьте телевизор в первую очередь выкинуть, потому что вот где бес поселился. Вот такое мое отношение к современности, к телочкам, патриархату и всему такому прочему. И я не то, что там приветствую или что-то отрицаю, я как бы все, ну типа, окей, зашибок. Не вижу ничего плохого в том, что будет там на смену патриархату матриархат. Это же все очень сложно, друзья. Опять же, это просто в виде таких образов словесных таких возникают. Типа, сейчас у нас в 21 веке патриархат. Или патриархат нынче не тот, что вот раньше. А вот раньше, чего раньше, кто это говорит? Помнит ли он о том, какой был раньше патриархат? Или это просто, ну, сновидение, иллюзия такая. Где-то прочитал, что-то увидел, за кем-то повторяет. Или здесь он патриархат в отдельно взятой семье, да, а у соседа за стенкой, у него там наоборот все, муж подкаблучник и так далее. То есть это же все по-разному, у кого-то там шведская семья, у кого-то полиамория, ну и так далее, и так далее. То есть вот эти все, мир настолько разнообразен, и мне лично это вполне себе устраивает. Так, Кот Сергеевич, спасибо за вопросы, надеюсь, что тебе ответил. Идем дальше. Вот, сейчас вот Алексу отвечу. Алекс, Бог. Вот только сейчас рассказал, что ты, Алекс, ты Бог, оказывается. Мне любая тема будет интересна. Так, я думаю, успею сегодня день покупок. Ну да, согласен. Суббота, день покупок. Прекрасный день для этого. Почему бы и нет? Конец недели. Как раз перед выходными закупиться.
Так, ну, про тему покупок, что тут можно сказать? Замечательно, когда есть такие возможности что-то себе покупать. И тем не менее, позволю здесь свои наставления тоже вставить. Ну, Алекс, ты, наверное, разделишь это со мной. Минимализм, прагматизм. Вот это вот, мне кажется, важно при покупке. То есть, например, разные есть стили покупок, да, шопинга. Вы можете на шопинг отправиться с каким-то конкретным планом, когда у вас есть четкая картинка в голове. Вы хотите то-то, 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 там-то, там-то в конкретном месте и примерно за такую-то там цену, там диапазон какой-то. Все. И вы туда идете. И не поддаетесь на манипуляции маркетинга, который пытается вас завлечь в ловушку и купить что-то там по скидкам, ценники желтые и так далее, и так далее. Вы конкретно по списку идете и покупаете то, что вам нужно. Это, мне кажется, самый разумный вид шопинга и, ну, приобретение покупок. А есть другой способ, когда вы идете в магазин просто поглядеть. И хорошо, если у вас при этом нет денежков в большом количестве. Потому что если вы идете туда просто поглядеть, соответственно, ваш ум открыт, он такой доверчивый, он такой наивный, и вы такие по сторонам смотрите, вау, интересно, это мне нужно, это мне тоже нужно, тут еще скидка, наверное, возьму впрок побольше на вырост. Если что, морозилку положу. И все, так начинаются расходы, так начинаются траты, потому что, опять же, то же самое неудовлетворение, те же самые телочки, та же самая современность, ну и так далее, и так далее. Типа, ну что же, я этого не достоин, не могу себе позволить, и вообще свобода, она заключается еще и в том, что я вот что хочу, то и делаю. Вот как-то так. Что, конечно, далеко от правды. Поэтому с покупками, да, будьте осторожны, потому что потом можно об этом пожалеть, когда вы увидите, что то, что вы купили, например, оно там у вас где-то там валяется под ногами, пылится, и оно уже не нужно. Полгода лежит, год, потом вы это выкидываете или отдаете кому-то, или подарок какой-нибудь делаете кому-то. Поэтому, наверное, надо подумать, прикинуть, зачем мне это нужно. Поэтому стиль минимализма в жизни, я считаю, замечательный. Он мне очень симпатичен. Совпадает вообще с ощущениями о том, что наша жизнь должна не наполняться обилием внешних каких-то форм. Изобилием, обилием, больше, больше количество. Да, гонка за вот этим вот за количеством. А наоборот, освобождаться. Освобождаться, упрощаться. И для того, чтобы больше открывался ваш глубокий, внутренний, богатый, так сказать, вот этот внутренний мир духовный. Вот как-то так. Про покупки. Так, далее. Ну что, тут я всем, по-моему, ответил. Ага, вот Алекс еще дописывает. Спасибо тебе, походу, что ты пишешь. Я, кстати, со второй девушкой, с которой стал жить, познакомился. Интересно, ее подружка и она пришли обе ко мне в праздник Пасхи, спустя мы стали спать втроем порядка полугода, а после я влюбился. Ну вот, видишь как. Прекрасная история. И многие мужчины тебе прям позавидуют, да? Вот у меня, к сожалению, такого опыта нету. Ну, точнее, вот этого счастливого опыта в этом плане нету, да? То, что вот так вот втроем, вот. Из моего личного опыта это очень сложно. То есть с двумя женщинами общаться, а чтобы они друг с другом еще при этом тоже общались. Как-то вот у меня мне не повезло. Так что рад за тебя, что у тебя так получилось. Хорошо. Правда, я не знаю, может, какие-то там подробности, ссоры, скандалы, интриги какие-то были. Потому что я понял, что сложно вот это полиамория. Капец, какая сложная штука. Потому что человек сам-то себя плохо понимает. А понимать другого человека, и то, что он там говорит, или то, что он чувствует, не договаривает, и сам себе врет и обманывает, это вообще очень сложно. Вот это чувство ревности, это вообще очень сильная штука, но, мне кажется, всем она как-то так или иначе присуща. И чувство собственности еще, да, поэтому, если вы жили в мире согласии втроем, ну, вы такие продвинутые люди, в общем-то, круто. Вот. И у тебя была возможность, ну, влюбиться в кого-то, видимо, в одного персонажа, да, или ты, ну да, в какую-то ты, одну девушку влюбился. Интересно, интересная история. Так, и как раз сегодняшнюю тему я еще сам себе тут
набросал про грехопадение. Как раз это будет, кстати, да, такой переходик. Вроде бы то, что написал Алекс, это классически считается, ну, типа, какой-то грех, как же так, вот. Хотя с точки зрения там тех же мусульманских стран, ну это там если в браке официальном. Короче, ай-яй-яй, да, грешно. Поэтому про грехопадение. Какая мысль пришла мне в голову сегодня? Прочитал высказывание Эриха Фрома, что-то в плане того, что вот грехопадение было, да, когда Адама и Еву изгнали из рая, из этого сада эдемского, где они не повиновались, не послушали Боженьку, не послушали своего отца и, соответственно, нарушили его. Правило, не кушайте яблоко. Ну, там что-то пока не кушаете, или вот сейчас не кушаете. Короче, нельзя вам это есть. Взяли, съели. И, соответственно, их изгнали. Вот этот грех неповиновения, когда не повиновался человек высшему, так сказать, своему, да, отцу, Богу, хотя, наверное, отношения там были более близкие, родственные. Вот этот факт Эрих Фромм толкует как, ну, как некое благо, да? Потому что, говорит, благодаря грехопадению, то, что выгнали их из рая, началась человеческая цивилизация. То есть плодитесь, размножайтесь там, хотя это будет вам тяжело. Вот женщина наказана, мужчина наказан. Но, тем не менее, появляется какое-то человеческое общество, начинаются какие-то там отношения со всеми вытекающими отсюда, да, там и Каин, и Абель, и, в общем, и много чего, и потопы. Но, тем не менее, как бы в зарождении человеческой цивилизации, в начале истории лежит, как Эрих Фромм говорит, мы же сейчас просто сказки обсуждаем, да, ну, интересные образы, это как надо рассмотреть, как метафоры, неповиновение, то есть грех непослушания. Мне это показалось интересным. Потому что в результате этого неповиновения возникает, с одной стороны, цивилизация. И с другой стороны, вот сейчас все идет к тому, что якобы, как будто бы, очень же много сейчас таких движений и сторонников теории заговора, что все нас принуждают, свободы забирают, нас всех оцифровывают, чипируют, Билл Гейтсы, вакцины. И все идет к тому, что всех нас лишат свободы, мы будем в концлагере, и, короче, мы перестанем быть свободными людьми. И таким образом, типа, заканчивается цивилизация. Возникает такое, как бы, противоречие. Типа, с одной стороны свобода, с другой стороны свобода. И это такая хрень. Я даже, когда вот рассказывал всю эту, вот эту хрень, я даже сам запутался, что тут можно еще сказать. Потому что слова дополняют другие слова, карабкаются на другие слова, тут рождаются еще какие-то смыслы, еще какие-то слова. И они вступают друг с другом такие в противоборство, типа там сатана, дьявол, рай, ад, цивилизация, не цивилизация, бытие, небытие, свободы и так далее. Смысл-то какой, ребята, вот во всем этом? Вся эта тюрьма и вся эта несвобода, она у нас только вот здесь. Как только мы начинаем верить в эти сказки, начинаем верить в эти мысли, начинаем верить в эти яблоки, свободы, несвободы, то вот, собственно, мы себе так вот и эту решеточку, ну, камеру, да, такую вот, и образовали тут. Тут как тут. Стеночки тебе выстроили, поставили. Все, мы такие сидим, уютненько нам и хорошо. До поры до времени. Пока в окошечке там, я не знаю, лучик света какой-то. Мы такие, ой, свобода. Бамс, а там стенка, а там решетка. Но мы ее сами выстроили. Из этих слов, из этих представлений, ложных убеждений, которые у нас в голове. Поэтому если даже вот вопрос возникает у многих, а зачем же тогда Господь Боженька дал это яблоко, зачем же он его там поместил в этом саду? Нету никакого яблока. Понимаете? Яблоко существует только тогда, когда вы верите в это. Тогда вы сами себя погружаете в эту несвободу, в эту сказку. То есть, а изначально, смотрите, что получается. Мы свободны. То есть там нету никакого разделения. Бог, сад, Ева, Адам, мужчина, женщина, патриархат, тёлочки, современность. Понимаете, сколько везде вот так вот переплетено все. Но по факту все это происходит в одном сознании, в пространстве вот этого вот всего, всеобъемлющего внимания,
что есть и Бог, и Адам, и Ева, и яблоко, и этот змей, искуситель, и прочее, потом вся история вот эта вот с Авелями и Каинами, и прочими потопами, и Моисеями, и всем. Где это? Кроме как вот, вот здесь, в нашем представлении, в нашем уме, в наших вот этих вот убеждениях. И что нас останавливает, когда, допустим, ну, нам нужно сделать какой-то выбор. Ну, нам нужно куда-то пойти, и мы такие истопоримся на месте. Как, я не знаю, допустим, в компьютерной игре какой этот не главный герой, NPC, по-моему, называется, да? Идет, игроки, которые где-то бац, и как будто невидимую стенку они вот так вот тычутся. Ну, или главный герой. Он просто не может туда пройти, хотя там нет ничего. Он как бы упирается в того, что и не может дальше пройти, потому что правилами игры ему это запрещено. Эти правила игры здесь. Вот и все. Мы не можем так. Это будет там неправильно, это будет плохо, это будет аморально, это будет еще как-то, как-то. И поэтому мы себе этого не позволяем. Но по факту этих стен нет. Этих преград никаких нет. Это все придумано. А изначально, ну, изначально, короче, вообще, свобода, вот она. И может быть, эта история вот с этим грехопадением, и с яблоком, и с прочими вот этими мытарствами. И помните, как вот в Ветхом Завете, опять же, возвращение блудного сына. Она как раз и дана нам для того, чтобы понять, что все это полная хрень. Блудный сын, какого хрена ты где-то там блудил? Катался, бродил, где ты? Возвращайся. Отец всегда тебя ждет, примет, любит и обнимет. Потому что все, что вот это вот было, вот эти все мытарства, странствия, они вроде бы, с одной стороны, нужны. Ну, типа, поиск свободы, там, выбора, решения, я самостоятельный и так далее, и так далее. Но все это только для того, чтобы в конце концов вернуться обратно домой, а значит к себе, а значит к Богу, поняв, что все эти вот странствия, все эти вот, вот этот опыт жизненный, да, это по сути все сон и иллюзия. И нет ничего, кроме настоящего вот момента здесь, сейчас, и вызвал персонажа, которого зовут Макс Степанов, или он же Сенсей Макс. И вот он что-то сейчас трындит в этот микрофон, рассказывает, говорит в эту камеру чего-то такое. И вот этот голос, и эти слова, они друг на друга так вот наползают, друг за другом, вот этот рокот, эти звуки, вы слышите их, воспринимаете их. Я тоже вроде бы чего-то понимаю или делаю умную вещь, что я как будто бы это чего-то понимаю, и как будто бы я о чем-то рассказываю. Но по факту это просто спонтанное выделение и больше ничего, как потоотделение, да, как мочеиспускание. Потому что, по сути, вот недавно я буквально пост написал, не знаю, читали вы, не читали, и здесь в Фейсбуке выкладывал, что вся жизнь это, по сути, как вот, вы помните, мы учили в школе работы простых, там, одноклеточных каких-то, ну, типа амебы, да, какой-нибудь. То есть, с одной стороны, вот она поглощает, что там ест она, да, а с другой стороны, выделяет. Вот, собственно, вот этому как бы заложена схема жизни. Вся жизнь так себя ведет. Что-то поглощает и выделяет. Поглощает, выделяет. Такой круговорот веществ там или чего в природе. Да, в сансаре. Такое сансара, это что же? Как некое колесо, некий круговорот. Если философски надо смотреть, то нету ни испражнений, ни вкусного, ни того, что отходов, а это все перерабатывается из тех же элементов туда-сюда, просто новые формы образуют и больше ничего. То есть такая видимость чего-то происходящего. Так вот, если мы поглощаем пищу, ну, которую вот желудком, да, вот так вот, раз, пережевываем ее, хоп, в желудок, а потом мы ее выделяем в туалете, то таким же образом мы поглощаем информацию через глаза, через уши, мозгом, и мозг там тоже хавает, ум вытаскивает туда какие-то свои впечатления, какие-то свои убеждения, подтверждения там каким-то своим идеям, и тоже таким образом напитывается, или отравляется, или наоборот на него это сатвически повлияло, очень благодатная пища оказалась для ума, пища для ума, есть даже такое выражение, или там окормляет нас, батюшка, пастырь окормляет, ну кормит буквально, да, вот с ложечки.
опять же, в христианской традиции так оно и есть. Это тайная вечеря, когда тело Христово и кровь Христова. Ну, короче, да, все это вы в курсе. И таким образом это тоже пища. То есть все то, что поглощается, это и есть пища. Какой она форме, это уже можно чисто философски, да, абстрагироваться от этого. Но также это и выделяется через разные отверстия. Понимаете, да? Вот таким вот образом интересно устроена эта жизнь. И поэтому надо попроще к этому относиться. Понимаете, нет ничего как бы здесь ни низшего, ни высшего. Это просто все существует, потому что одно без другого не может быть. Вот такие очевидные банальности какие-то я говорю сегодня. Так, значит, что я тут еще должен сказать? Про Эриха Фрома я рассказал. Молодец, Эрих Фром. Высказал интересную гипотезу. У меня тоже частенько бывают всякие разные такие, ну, приколы, штуки. Например, ну, что-то подвергнуть сомнению, какой-то мем. Давайте я вам еще одну темочку разгоню. Сегодня просто когда тренировал и с человечком, с учеником встретился, и мы что-то там бла-бла, о том, о сём. И всплыла, знаете, как в разговоре, всплывает какой-то мемчик. Ну, типа там, ну, вот у нас был такой мем. Старость не в радость. Вот. А поскольку я люблю вот эти всякие пословицы и мемчики, рассмотреть с другой точки зрения, с другого угла и типа и задать вопрос, а правда ли это? Или о чем это? И как вообще произошла такая пословица? Вот представьте, старость не радость, и мы в это верим. Типа, а, ну да, да, старость не радость. Мы как бы себе даем установку, что есть какая-то старость. Ну, видимо, это связано с телесной старостью, когда у нас... Возраст уже какой-то определенный, то есть мы уже программируемся на какой-то определенный возраст, что в этом возрасте будет старость. И вот в этом возрасте нам будет нерадостно. А нерадостно это что? Нерадостно значит, ну как бы нехорошо нам будет, плохо нам будет. Не весело, не счастливо, не радостно. То есть мы не будем испытывать радости. Но так ли это? Правда ли это? Я, друзья, в этом сильно сомневаюсь. И если разобраться и так критически вот воспринимать все эти пословицы, все эти поговорки, там, присказки и так, да, мемчики все, то на самом деле эта вот шняга, она залазит нам в голову и там долго-долго остается. Ну, что это за статистика? Мне кажется, тут ошибочка заключается в том, что радость, она не привязана только к телесности. Если к телесности и что-то болит, это еще не значит, что жизнь не радостная. Куча молодых людей, которые не старые, но они почему-то безрадостные, они не чувствуют радости в этой жизни. Откуда берется кризис среднего возраста? Наверное, что же нет старости? Где же радость тогда в жизни? Или взять, я не знаю, Серафима Саровского, да? Ну уж по всем этим вот сказаниям о нем, ну это был очень радостный человек. Светился радостью, счастьем, наполненностью такой вот. Лучезарный был человек, веселый, сатвический, светлый. Хотя старенький. Как это понять? И наверняка у него там что-то болело, были какие-то травмочки, были какие-то болезни там возрастные и так далее. Но это же никак не мешает радоваться. Поэтому вообще вот это вот надо критично рассматривать эти пословицы. Мне кажется, наоборот, к старости, ну если так вот правильно все делать, как раз самая радость и возникает. Когда ты более-менее начинаешь уже понимать, у тебя становится более ясное мышление, ясное понимание. Я просто, ну, как бы, из своего личного опыта. Мне все вообще в кайф. Я радуюсь, кайфую, балдею и не считаю, что вот раньше, когда я был молодой, мне было там, вообще нет таких проблем. Мне нравится сейчас. Ну, может быть, я не очень старый еще, конечно, 51 год, это не так уж, как бы, и старость, можно сказать. Опять же, могу сказать, да ты, конечно, спортом занимался, ты там молодой. Ну, ребят, вы не знаете, сколько у меня на самом деле болячек, всяких травм и ну да, болит. Вот. Периодически что-то, то одно, то другое. Вообще абсолютно естественно. Главное, как к этому относиться. Я к этому отношусь стоически. Вот такой фристайлинг легкий, да? То есть все пословицы, к чему эта спич, мораль сей басни такова, не верьте сразу вот этим вот присказкам, которые ходят в миру, повторяются и попадают из одного рта в другой ум, и там, значит, они начинают плодить другие мемы. А я вам вкратце рассказал, да?
Если старость не радость, то старость это плохо. То старость мы программируем как к чему-то такому неправильному. А это естественный ход событий. Понимаете? То есть старость это такой же возраст, как и детство, там, юность, там, молодость и так далее, так далее. А рождение и смерть, само собой, как ну, начало и конец. Альфа и омега. Понимаете? Ой. Четкий отрезок. И на фоне этого, какая разница, старость, не старость. И кто сказал, что нужно обязательно всегда иметь какую-то радость? И что это за радость? У всех тоже по-разному. Вот я предлагаю вот в таком ключе придавать, так сказать, вот этим вот сомнению разные такие вот поговорочки. Ну, если угодно, если интересно, конечно. Так, ну что, все на сегодня, наверное, рассказал. Если у вас есть вопросы, друзья, вы можете их задать прямо сейчас. В прямом эфире я дам вам тогда микрофончик, включу, вот так вот надо ручку поднять, я увижу, что вы что-то хотите сказать, спросить меня или уточнить, или свой какой-то комментарий дать по этому поводу, по какому поводу мы здесь просто болтаем, ну не важно. Поэтому, да, вот Алекс, сейчас мне надо наушники надеть, секунд. Так, друзья мои, сейчас я буду хорошо слышать. Опа. Итак, к нам в радиостудию дозвонился Алекс. Все, можно говорить. О. Ну вот он я. Я, кстати, хотел сказать, о, Лиш, привет. Извини, почему я в таком виде? Я говорил, я совершал покупки, приехал за города, вернее, за город. И вот на каком месте я в данный момент нахожусь, это чтобы ты понимал, я присел, и ну, так. Хотел... Твою так, трансляцию так, так. Посмотреть. Я просто под бутылочкой такой, ну, присел на природе. И там подавно, да. То есть это уже на шопинг, на шопинг не похоже, это уже не шопинг, да? Мне очень понравился ход твоих мыслей в плане, ну, жизни этого всего, да, вот ты говоришь не... ну, этого я уже приехал. Нет, шопинг у меня как сказать. Я не могу сказать конкретно какие-то вещи. Вот смотри, в плане разделения. Одну покупку я сделал на $60. Ну, я в долларах. Это в плане вещей. А вторую покупку я зашел в магазин техники и сделал на $1500. Я к чему веду, что есть приоритеты. Я их расставляю. Есть одни вещи, которые я воспринимаю как вещи, как должные. А есть одни вещи, которые я воспринимаю, когда они принесут мне плоды, в них надо влаживаться. Не говорю, что это там какая-то определенная покупка или там выше. Просто покупка. Но она принесет мне плоды, от которой я после буду жать. Ну да, полезные и менее полезные. Для меня что-то полезно. Да, полезно, менее полезно. Надо распределять. У меня, кстати, есть ежедневник, я веду его каждый день с самого утра. Когда я его только начинал пару лет назад, это, кстати, связано с той историей, с теми девочками. Я разошелся с ней, но разошелся по своей причине. И причина была, ну, крокодилевство. После этого я завязал, кстати, из-за нее. Ну, она была этой причиной завязать. И вообще изменения всей моей вот этой жизни, меня никто не мог поменять. Но любовь, ну, отношение к человеку, которому потерял, и ту любовь, которую я приобрел еще больше после, стала меня менять как человека в дальнейшем. Почему? Потому что я начал осознавать какие-то определенные вещи. Я стал понимать, что, возможно, у меня в жизни появится еще не подобный человек, потому что подобных не может быть. Но я не хочу относиться, например, к дальнейшему человеку так же, как я относился к ней. Я хочу другого. Ну, короче, знаешь, она стала той, кто изменил мою жизнь. Жаль, что она этого не знает. Это хуево, но... А что было бы, если она узнала? Не знаю. Даже не знаю. Ты же этого хочешь, почему-то? Конечно. Я не любил просто никогда. Я влюбился в первый раз в жизни.
Я понял просто, что я не любил никого, на самом деле. А когда Слушай, полюбил, я понял, что ну, надо отпускать. если не секрет, как тебе удавалось с двумя женщинами одновременно А, жить? спать? О, не жить, я не жил. Они приходили ко мне раз в субботу. Это было до субботы, блядь. Да, я с ними спал. Это была ее подружка. Просто я шпилил Таню. Тане было 18, и Алине было 19, мне было 29, ну, потом 30 лет. И, ну, я так же говорю, так я нормально выгляжу. Нормально. Плохо знать, нормально. И я их шпилил, как бы, ну, нормально. Ну, как я могу сказать, это такой труд такой довольно нормально. Потеешь, как в сауне, конечно. Ну, конечно. Ну, то есть Да, там не было таких, ну, ссор между ними, они... да? Не, они оба бисексуалки, и как бы они, знаешь, друг друга целуют, а ты так подстраиваешься просто. И говоришь с ними. Понял. С ними надо говорить. Да. Потом одна надевает твою рубашку, потом вторая надевает твою футболку, убегает на балкон. Все передыхаем и заново занимаемся. Один раз произошел такой момент, что у Татьяны были... Я не знаю, можно об этом говорить вообще сейчас так откровенно или нет. Ну, можно говорить Я не знаю. откровенно? Ну, а кто скажет, можно или нельзя, я не знаю. Да, действительно. Мне все Ну, равно. короче, это история. Это правдивая история, это не наигранная. У Татьяны были месячные в один день, и они пришли, тем не менее, оба ко мне, и как-то так получилось, что Татьяна делала миньет, а Алина и мне пришлось спать. Татьяна была в этом моменте в телефоне. И я, короче, пошел где-то, это был рассвет, я сидел на стуле на балконе, и оба голые, и она присела ко мне, и я просто ее вдохнул. Вот, знаешь, она как обняла за шею, за волосы, вдохнула, и вот что-то вот у меня произошло. Как мурашки по коже пошли. Не знаю, как ток какой-то. И я вот Да. стал по-другому относиться. Потом Таня исчезла, конечно, сразу, когда мы стали встречаться. Никаких подружек, никакого ничего. Интересная девушка. Очень интересная. Я Слушай, ну ты так прям мало с о чем таким жалею в жизни. рассказываешь. Да, сейчас ты как у тебя? Ты с кем? Ну ты не с Да ними я же ни с уже, да? кем. Я вообще ни Ты с с кем. Я кем? одиночка, и я, Да. ну как, у меня есть какие-то там не то, что даже мадмуазели. Мадмуазель, она сейчас преподаватель, к сожалению, она замужем. И я получаю удовольствие от того, что я переписываюсь с ней, я иногда встречаюсь, вожу ее в кафе, мы прогуливаемся, и я беру ее за руку, обнимаю, я получаю этот удовольствие. И все, она очень хорошая, она очень умный человек, мне нравится с ней общаться, но, к сожалению, она накольцована, как она говорит. И я себе сам сказал, ближайшие 1,5 года я не хочу никаких отношений. У меня сейчас стоит приоритет обучиться определенным вещам, создать себе заново ту вот финансовую платформу, которую я имел раньше, а потом уже будем о семье, о детях, о всем остальном. Я не знаю, как там говорят, с милым у рай в шалаше. Ну, возможно, в шалаше, блядь, где-то в тех вот как вот, в комиксах, да. Нет, это мы в реальном жизни, в мире живем, в материальном, и он, мать его, далеко такой. Здесь надо что-то иметь за спиной, что-то иметь, хотя бы базу, да. А потом уже что-то предлагать кому-то. Если ты этого не имеешь, ну, а тем более еще когда тебе почти 40, ну, просто я с той стороны не хочу говорить, с которой мы с вами воюем, я не хочу поднимать, извините, эту тему, но тем не менее, я нормально и лояльно отношусь к людям, которые адекватны. И у меня так получилось, что я не живу у себя дома, я потерял работу и все остальное. Ну, я тем не менее добиваюсь, пробиваюсь и планирую что-то. Хотя мое собственное правительство тоже ставит мне, сука, палки в колеса. Это ты сейчас про какое правительство? Я сейчас запутался. Про украинское. А, украинское правительство. Да, я с Украины, чтобы вы понимали. Но я надеюсь, это не как-то не оставит каких-то берегах правых, левых и тому подобное. Ну, у меня нормальное отношение к этому Да я всему. к Ну, как этому отношусь уже я тоже, просто ну ладно, да. как есть, Не так хочу, и есть. честно, Ну, что тут? не хочу, да. Как есть, так и есть, да. То это политика и мать ее нахуй. Да, уже не так я смотрю, как черно-белое. Я смотрю, что это очень много, 50 оттенков серого во всем. Да не то слово, Да, поэтому так если поверь. Ну, разобраться, короче, да. да, это было всегда. Мы агрессивные. Вообще, человечество это агрессивный народ сам по себе. И по генофону он агрессивный. Кто-то там говорил, не бывало столетиями, где не было войн. Нам очень далеко до этого, как знаете, к чему мы хотим все стремиться, к развитию. Моя ли...
Да, война это просто неотъемлемая часть, да. Моя личная точка зрения 20-30 лет, и дай бог, и ИИ, искусственному интеллекту, он возьмет верх, не уничтожит нас, ну, наверное, нам будет какое-то предложение. Либо к нам, либо... Ну, да, ну, я не знаю, может, это звучит как по-дурацки сейчас, но звучало и 50 лет назад некоторые вещи по-дурацки, которые в данный момент. Да. Да, мышки и все остальное. Да, это придет. Оно, безусловно, придет. Не знаю, как это будет, там, факт уничтожения или нет, но оно уже нас изучает. И оно возьмет верх над людьми. Люди нам далеко до совершенства, к сожалению. Либо мы будем одними из теми, кто опять ляжет. Опять ляжет, опять возобновление, опять новая нация. Ну, не нация, вообще раса. Ну, не знаю, я... Как это, да? Да. Мне, в принципе, близко, да, твое тут, это вот фантазирование. Но я так далеко даже не заглядываю. Мне достаточно того, что сейчас происходит. Нормально. Ну, так... Да. Да я... Иногда, поверь, я иду утром, смотрю на облака, и там кто-то идет в музей на картины. Какие картины? Вы посмотрите, какие облака рисуют, да, картины. Да. У меня мурашки по коже от этого. А запах? Вот. Запах этих деревьев, запах этой травы, которая выйдет, запах, ну, что чувствует. От этого надо кайфовать. То есть мы иногда всего чего-то себе хотим, там, я что-то там приобрету, или там я получу. Честно, я совершаю сегодня покупки, не получил никаких вообще удовольствий. Но я знаю того, что я, когда начну обучаться, например, на ноутбуке определенным вещам, вот тогда я начну кайфовать. Когда я начну, да, понимать программу, обучаться. Слушай, ну ты же любишь узнавать, ты же любишь учиться. Я прям по тебе слышу, вижу. Да. Я люблю учиться. Да, я всю жизнь буду учиться. Поэтому это кайф, конечно. Да. Не могу сказать, я там что-то познал. Да нет, я не идиот, но... Я не умный человек, я видел умных людей, мне не очень далеко. Я не глупый, я считаю себя просто не глупым. Но до чего-то мне очень-очень далеко. И у меня какая-то так адекватная точка зрения о себе. Я не смотрю в зеркало, думаю, я такой пиздатый, сам бы себя выебал, извините. Ну, как-то так. Можно мат говорить, нет? Можно, можно. Да, ну... Только не очень много. Так. Я, да, извиняюсь. Иногда. Иногда. Проскакивать. Да. Как-то вот все. Да. Здорово. Отличный спич. Отлично. Не знаю, спич не спич, но я сказал от души, как она есть. Мне, ну, кстати, знаете самое... почему? Мне очень многие не любят на работе. И на работе из-за этого. Очень многие не любят. Из-за того, что ты философ? Нет, из-за того, что я прямолинейно говорю, как есть. Если мне не нравится. Если я виноват, я приду и скажу, я виноват. Ну, накажите меня, не орите на меня, накажите меня, что на грину, на рубль, накажите меня. Я же за рублем хожу, чтобы зарабатывать, по сути-то. Накажите меня за это, если я виноват. Ну, а многие люди боятся признаваться этого. Они ищут какие-то отговорки постоянно. Скандалы, все остальное. Я вот смотрю на это, мне, честно говоря, не обливать хочется. И это сплошь рядом. Тут даже нечего добавить. Ну, так устроен мир, да. Люди да. Побаиваются себя, даже себе врут. Чего уж там говорить о других. Да что врать, прими себя, каким есть здесь. Ну, ты знаешь, для этого тоже нужна какая-то смелость, какая-то решительность, да. Это должно, может, даже удовольствие какое-то приносить. Я думаю, не всем... Отлично. Да. Ну, совершенствовать себя, признать и совершенствовать. Да, лично мне просто нравится говорить честно, открыто и не врать. Я считаю для себя это такой, ну, моделью поведения, да. Идеальной. Да. Я не загружаю себя вот этими вот, да, попытками чем-то казаться, там, как-то что-то кого-то обмануть, ввести заблуждение. Зачем? Не считаю нужным. Мне интересно просто. Вот и все. Иногда я прикалываюсь, конечно, там, ну, что-нибудь там чудачу или что-то придумываю, фантазирую и смотрю на людей, как бы провоцирую так немножко, да как они будут на это. Развлекаюсь. Мы с вами не братья, вы не мой старший брат, случайно. Не знаю. Вот. Ну, это все беззлобно, и так, в принципе, если что-то человека, я вижу, что я его задел, то я как бы, ну, могу извиниться, несложно. Конечно, похлопаю по плечу, еще скажу, да ладно, все нормально. А он такой, еще во мнению себе, еще вниз опустил глаза, и такой думаю, что за херня. Я не могу его понять, да, что он хочет. Да, да. Да, потому что вы его задеваете.
Так я такой же сам, у меня тоже каких-то много вещей. Конечно. Не, ну, там сказать, да. Не идеальных. Все мы не идеальные. Этим мы, наверное, и прекрасны где-то. В любом случае мы прекрасны, это точно. Другого не может быть просто. Мы прекрасны в своей, вот даже может быть, ущербности, какой-то тупости там. Это забавно, как минимум. Да. Это прекрасно. Поэтому мы часть природы, мы все это неотъемлемое. Я не смотрю на человеков как, типа, вот неудавшееся там человечество, оно идет неправильным путем, куда-то не в ту сторону. Я не знаю. Мне кажется, все в порядке. Все правильно идет. Ну, как есть, так есть. Никто не знает, как надо. И куда лучше. Никто не знает, как надо. А те, кто пробовали перестроить, куда лучше, ну, мы знаем, чем это все заканчивается. И сейчас это так же. Это войны, лагеря, расстрелы, уничтожение инакомыслящих и все такое прочее. Все ради благого чего-то там, какой-то цели, идеи. Вот это... Вот. Так что так, Алекс. Угу. Ну что, всех благ тебе тогда. Да и вам так же самое. Вот и поболтали. Нам побольше, да, людей надо как-то... Действительно, надо мне, как-то. Да. Надо как-то, да. А то хороши. И вы, я говорю, с вами, знаете, поговорил, и отлично, и дальше себе пошел. Да, я знаю, можно я знаю. Что-то есть умное так... и хорошее, да, подискуссировать. Это, я говорю, это не то, что забавно, это отлично. Угу. Не везде найдется подобный диалог. Угу. Этим мне это нравится. Все, ну и хорошо. Так что хорошо. Если у тебя будет какая-то, не знаю, идея, как сделать так, чтобы узнали побольше, давай, предлагай. И сам что-нибудь там, не знаю, коллегам своим да, расскажи. Коллегам. Я одиночек, к сожалению. Или к счастью. Найди еще одиночек. Давай соберем клуб одиночек. Партия одиночек. И стартанем нормально, да, как-нибудь. Посмотрим. Ну ладно. Все будет. Всего доброго. Хорошо. Давай. Пока-пока. Давайте удачи. Текс. Ну вот и все. Сказочки конец, а кто слушал, молодец. Закругляемся.